Площадь Ленина, набережная Юности, улица Парковая, сквер Пушкина, набережная Нашмитта. Много новых общественных пространств появилось в Щелкове за последние годы. Что дальше? А дальше улица Пушкина. Ее комплексное благоустройство запланировано на этот год. Проект представили на стройчасе в администрации городского округа Щелково. Концептуальную идею реконструкции улицы с сохранением исторических традиций на участке от набережной до сквера Пушкина предложил архитектор Алексей Воробьев, автор концепций уже созданных в городе пешеходных зон. Проект улицы на всем протяжении до станции Воронок представили специалисты Щелковского проектного бюро АСБ-17. Если говорить об архитектурно-художественной стороне вопроса, то главным в оформлении улицы Пушкина будет, конечно же, тема Пушкина. В нескольких местах установят скульптурные композиции. В частности, на входе в улицу напротив библиотеки интерактивный стенд будет посвящен бессмертному произведению Евгения Онегина. Скульптор Василиса Липатова. Но главное, на что стоит обратить внимание, улица Пушкина изменит свой профиль. Скорректируется транспортная схема. Пешеходная зона будет расширена, а обе полосы для транспорта сместятся к нечетной стороне домов. Вот эта общественная зона, общественное пространство по улице Пушкина, она имеет особое значение по логистике, потому что пешеходная логистика утром и вечером, да и днем, по ней, конечно же, очень высока. И создание такой комфортной пешеходной зоны позволит людям более удобно добираться на станцию Воронок для того, чтобы потом убывать по своим делам. В рамках реконструкции улицы Пушкина изменит свой облик и автостанция у платформы «Воронок». Сейчас схема движения и остановок пассажирского и личного транспорта дорабатывается. На совещании отметили, что озеленение улицы Пушкина в результате реконструкции серьезно не пострадает. Напротив, будут дополнительно высажены новые культуры. Часть улицы будет накрыта специальными навесами. Дополнят променад, уличные кафе и сувенирные лавочки. Здесь сделано по принципу, вот как бы в Европе есть такие зоны, где и объекты бытово-торгового обслуживания, и, соответственно, пешеходная зона, зона общественного притяжения, как бы гармонирует комбинационно. Участок в начале улицы Пушкина будет реконструирован в рамках госпрограммы Московской области. Средства уже выделены. Инвестором реконструкции улицы от фонтана до станции Воронок выступает компания «Грант». В последние годы в Щелкове стало традицией дарить жителям новый объект комфортной среды, отметил на совещании глава городского округа Алексей Валов. И этот год не станет исключением. Планируем к Дню города. Ну, я думаю, что эти планы должны воплотиться в жизнь. Ирина Микеда, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».